Всем привет, вот за машиной сегодня пришел. И походу грейдер почистил, машину занесло, стекла. Вот сейчас. Объясняю, как заводить. Люди в комментариях пишут, зачем ты подогрев там включаешь и так далее. Объясняю. Что не работает. Надо повернуть зажигание. Первое, второе. Второе деление. Нажимаем. Сейчас, смотрите, мороз. Аккумулятор замерз. И нужно, чтобы в нем пошла химическая реакция. Разогнала аккумулятор. Вот, и после этого он очень хорошо заводится. Это вот именно тем комментаторам я пишу, которые там говорят, почитай там и так далее. Давно все прочитано 500 раз. Все, прошло время, заводим. Все, машина заводится. Вуаля.